Тиша, ну пожри еще банан на камеру-то теперь. Чьи кошки едят бананы? Че, вот на камеру жрать не хочешь, да? Только что кот пытался сожрать сначала чек. Потом ватные диски. А потом банановую ножку. Я так офигела. Пока я офигение ловила, надо было футик включать, в смысле телефон. Сумку-то жрать зачем? Лучше банан пожри. В прямом эфире практически. Кот жрет банановую шкурку. Вообще, Тиша, ты этот. Ты у меня кто, обезьяна, что ли? Не надо сумку жрать. Сумка хорошая. Тиша, ты чего, дурак, что ли, совсем? Кто же сумку-то жрет? И кошелек не надо жрать. Ты что у меня тут? Одурел, пока меня не было? У тебя же вообще-то есть что жевать. Погрызть там или типа того. Игрушку там свою какую-нибудь. Чеки не надо. Я хотя бы буду знать, куда мне сегодня деньги ушли. А то вчера за инет заплатила, а сегодня офигевала, где мои 480 рупий. На, пожри лучше банан. На камеру. Кашка на хорошем жирном молоке с тремя злаками лежит, ждет тебя. Не знаю, может, ты ее уже съел. Корм, который ты жрешь, лежит где-то там. Курица тебя ждет. Правда, убралась на балкон, ибо было 100... вероятность практически 110%, что крышечка снимется, а курочка сожрется. Даже не дожидаясь, что она, когда она остынет. В общем, всем спасибо, всем привет и всем пока.